Здоров, YouTube, это Ник 86. Сегодня будет обзор у нас автомобильные коврики. В основном такие коврики используют в зиму или в дождливое время. Фирму выбрал я вот такой вот. Но это не я выбрал, это просто мне привезли уже, но говорят хорошие. Так, ну что, смотрим. Это у нас задний коврик. Справа который, он заодно и закрывает тоннель. Резина очень мягкая. Очень мягкая она, не дубеет. Черненькая, красивая. Смотрите, прям мягкая. Смотрите, ничего не разрывается здесь. Резина очень классная. Так, тоже задняя, левая. Передняя, правая. Смотрим, шипы. Очень классно, ноги не скользят. Она сама по себе резина, она не скользит. Как понять, что хорошая резина? Вот. Так, я тут чистил. Вот. Звук слышали? Вот так резина должна себе показывать. Так, износостойкость очень хорошая. Сначала, конечно, протираются шипы, потом на них идет подложечка, потом уже сам финальный слой, за которым уже нет ничего. Вот. Так, что здесь еще есть ребра, чтобы не скользил коврик из стороны в сторону. Так, вот он коврик, мягкий, приятный очень. Ногам будет очень приятно. И вот водительский. А нет, водительский вот. Это левая сторона. Это я что-то тупанул. Вот, а это правый. Он поменьше идет. Так, да. Ну, тут все то же самое. Все мягенькое. Ну так, друзья. А коврики я постелил там, но сейчас я покажу маленький момент. Это старые. Вот они, дубовые. В принципе, тут они держались. Так, те подошли, вообще прям офигенно. Ну, тут пишут 2110 и 2112. Но мне кажется, вот это вот были коврики не родные. Это Китай, когда покупал машину. В чем там преимущество тех ковриков? Вот эти выступы, вот тут другие, тут тоже вот так вот, буквы Г. И подходит идеально на пол, прям супер подходит. Здесь так идеально они не подходили. Ну, сейчас я покажу еще. Так, вот этот коврик страны водителя. Смотрите, что с ним, весь уже истерся. С этой стороны все гладко, здесь нету никаких ребер, чтобы коврик не ходил. И самый косячный коврик вот этот, он на протяжении там 3 лет у меня упирался кое-куда, и я сейчас покажу, потому что он не умещался. Ну там, в принципе, он в кресло и упирался, и вот зимой он просто порвался, он просто был вот так вот всегда. Вот, загнутый. И сам под своим весом рвался. Вот так получилось. Видите, какая резина херовая, пористая. И он не скрипит, он... Ну, все, он ему хана. Он, может, и был, в принципе, нормальным. Но все. Сдох коврик. Так, сейчас закроем. Вот, это новые. Они и сейчас, вот сейчас холодно, они мягкие. А те дубовые. Вот это выглядит так здесь вот. Вот. Вот что я говорил, задний вообще подходит идеально.
резина очень мягкая, классная. Вот этот выступ, я говорил, тут не выступ, а вырез здесь сделали. Там было нет, там вот был под 45 градусов, так вот. Сейчас я покажу, где у меня рвалось. А, ну рвалось-то там, вот меня вот так вот сюда упиралось. Вот еще я дополнительно покупал. Только единственный косяк, вот, они, видите, тут серые. Почему, не знаю. Я думал, это все уберется. А нет, не убралось. Ну, серые, значит, серые будут. Вот здесь вот меня упиралось очень сильно. И он порвался. Вот так вот пусть будет. Очень приятно ногам. Здесь я уже пробовал, там я еще нет. Не пробовал. Так. Вот задние. Еще раз. Если бы не косяк спереди, я бы сказал бы 5 из 5. Так что из-за этого косяка 4 балла из 5. Но тут все равно все будет грязное, затертое. Так что все окей. Как говорится, нормальные. Ну вот. Кстати, это может быть просто на заводе их натирали. Они на самом деле, может быть, и серые. Потому что я Ферри их подмывал маленько. И они вот такие серенькие стали. Так что, мне кажется, просто их натерли на заводе. Они должны быть все серые. Вот, видите, как приятно. И они вот не ходят, не ноги. Смотрите. И сам коврик не ходит. Все супер. Ну все, поехал я по делам. Сейчас запишу маленький еще обзорчик. Вот, всем пока. До следующего видеоролика.